Представляю вашему вниманию подарок для мамы. Уже он подарен, опробован. Это швейная машинка Бразер от Бразер Арт Сити 190. Чем же она так хороша? Хочу сказать, что незаменимая вещь для тех, кто только начинает шить, для пенсионеров и вообще для дома. Удобно, есть специальный столик, который снимается, можно и без столика работать, но со столиком удобнее, так как основа для шитья больше и материал не спадает. Особенность этой швейной машинки в том, что есть нити-вдеватель, который помогает вставить в иголочку. Вот при помощи вот этой штучки нитку вставляем в иголку. Не надо мучиться, целиться в ушко. Для старшего поколения это очень и очень хорошо. Операций 17. То есть разные виды петель есть. Зигзаг. Все регулируется, ставится без проблем. Круг крутится как вправо, так и влево. Заправлять не составит труда швейную машинку, так как схематично все отображено и нарисовано. Ну вот, например, смотрите. Чтобы заправить нитку, что делать нужно? Цифра 1 идет. Затем цифра 2. Все указано схематично. Дальше 3, 4. То есть вот 4. И ниже уже написано 5. Как, что, куда делать. Все понятно. Как наматывать шпульку. Тоже все схематично отображено. То есть неправильно вот тут уже никак не сделаете при всем желании. Челнок здесь. Ой, вертикальный, горизонтальный. Вставляется очень легко и просто. То есть открыли, вставили. Там схема изображена, как вот делать. Вот схема есть. Ниточку обрываете и можете шить. Доставать ничего не надо. То есть хочу сказать, что моделька очень удачная, удобная. Для дома самое то, что надо. Советую всем.